Людмила, скажите, калі ласка, як друкується газета? Для того, чтобы отпечатать газету на ротации, необходимо сверстать газету в тот формат, в котором она идет, затем перевести этот набор в круглую форму, полусферическую форму, печатную форму, и тогда отпечатать газету. Покрывается краской, и тогда печатается газета. Ну вот «Гродненская правда» у нас в последнее время доходила, по-моему, тираж до 75 тысяч, а тогда там было, 50, наверное, где-то. А белорусское издание было всего 500 штук.